Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у нас на обзоре линейка угловых фильтров компании Barbus. Данная линейка угловых фильтров представлена четырьмя моделями. 007, 008, 9 и 10. Модель фильтра 007. 400 литров в час, мощность 8 Вт, рассчитан на аквариум до 60 литров. Модель 008. 650 литров в час, 12 Вт, рассчитан на аквариум от 50 до 100 литров. Модель 009. 800 литров в час, 15 Вт, рассчитан на аквариум от 100 до 200 литров. И модель 0010. 1600 литров в час, 28 Вт, рассчитан на аквариум от 200 до 350 литров. Это то, что заявляет производитель. Они поставляются вот в таких вот красивых коробочках. Сейчас мы их распакуем. Посмотрим. Вот перед вами 4 модели фильтров. В комплекте идет вот такая вот инструкция. Она универсальна на 4 модели. И она же является гарантийным талоном. Самый большой плюс данных фильтров в том, что они являются угловыми. Таким образом, при размещении их в аквариуме они не займут много места и не будут выделяться, так как они зеленого цвета. Вы спокойно их можете задекорировать любыми растениями, там, декорациями и так далее. Помимо того, что они угловые, фильтра являются секционными. На 2, 3, 2 и 2 секции. Что дает вам возможность менять наполнители в них. То есть отсюда происходит забор воды. Он проходит 3 степени очистки, и вода выходит в аквариум. Начнем с обзора модели 007. Производитель комплектует модель двумя губками разной пористости. Крупнопористый и мелкопористый. Модель 008 также комплектуется губками. Модель 009 комплектуется двумя губками, крупнопористой, мелкопористой. Плюс производитель сюда вкладывает пластиковые шарики, которые работают как биологический фильтр, и плюс еще немножечко рассекают поток, чтобы он более равномерно поднимался по всей плоскости фильтрующего материала. И модель 0010 также по аналогии комплектуется пластиковыми шариками, крупнопористой губкой и мелкопористой губкой. По умолчанию производитель вкладывает такие наполнители, но при желании вы можете их заменить на любые другие. К примеру, заложить активированный уголь, керамические кольца, шунгит и так далее. Со временем также ни для кого не секрет, губки выходят из строя. Вы можете купить набор сменных губок и просто их заменить. Еще пару слов стоит сказать о присосках. Они здесь легко достаются, меняются. То есть, если они со временем выходят из строя, вы просто покупаете оригинальный комплект присосок и меняете его. Все это элементарно. Вот он, фильтр в собранном виде. По умолчанию стоит заглушечка. Снимаете, ставите шланг, выводите наружу, и у вас возможность подачи кислорода в аквариум, аэрация. Также такой вот носик для регулировки потока. Еще один большой плюс данных фильтров, помимо скрытной установки, то, что данные фильтра дают вам две регулировки. Это силу потока воды, больше-меньше, и направление потока воды. Плюс еще вот такая вот насадочка, как бы лопатка, она рассекает воду. Конкретно эта модель 009, рассчитанная от 100 до 200 литров. И сейчас мы пойдем установим его в аквариум и посмотрим, как он работает. Конкретно вот этот аквариум 120 литров. Устанавливается он, как я уже сказал, в угол. Много места не займет. У данного фильтра провод идет длиной 1 метр. Этого, в принципе, хватает, чтобы его нормально подключить. Вот мы его включаем, и он сразу запускается, как вы видите.
Как я уже ранее говорил, вы можете отрегулировать как направление потока воды, так и мощность потока воды, вплоть до его полного перекрывания. Также, если вам не нравится, вы можете снять вот эту насадочку. Как вы видите, по поверхности воды он дает достаточно мощное течение. Фильтр тихий, не издает никаких вибраций. Но стоит сказать пару моментов о вот этой вот заглушечке. Когда не подается кислород, вы в принципе вообще не услышите его работы. Но при подаче кислорода вот эта заглушечка не имеет никаких регуляторов больше-меньше. Она либо полностью открытая, либо вот так вот закрытая. Но здесь вот технологическое отверстие есть. И она издает небольшие звуки при работе. Поэтому я рекомендовал бы вот эту вот заглушечку заменить на клапан тонкой регулировки. И тогда он будет вообще беззвучный. Теперь еще пару слов по обслуживанию фильтра. Разбирается он элементарно. Промыть его никаких сложностей не будет. Все легко достается, промывается, собирается в обратном порядке. Если присоски вам понадобится заменить, также купили новый комплект, вот, повставляли. То есть собирается он очень хорошо. По обслуживанию самой головы. Два винтика раскручивать, снимаете, достаете ротор, все это промываете, собирается тоже элементарно. Вот эта вот часть съемная, также вы можете разобрать, всю промыть, собрать назад. Тут ничего такого как бы сложного нет. Корпус самого мотора полностью залит слюдой. Он полностью погружной, герметичный. За это не переживайте, током не вдарит. Присоски здесь тоже меняются элементарно. Даже для провода есть вот такой вот специальный пазик. Итак, давайте подведем итоги. Какие сильные стороны у данного фильтра? Он имеет хорошую скрытную инсталляцию зеленого цвета, что не будет выделяться. Займет достаточно мало места в аквариуме. Имеет несколько степеней очистки, причем вы их можете комбинировать, что для внутренних фильтров достаточно редкость. Он прост в установке, сборке, разборке и обслуживании. На него всегда вы можете купить сменные губки, присоски, то есть аксессуарику. Имеет регулировку потока воды как по направлению, так и по силе потока. Данная модель достаточно уже долго продается на рынке. Я их уже от и до знаю, посмотрел, нормально себя вполне зарекомендовали. Достаточно надежные фильтра. Ну и что сказать, как говорится, нет предела совершенства. Что бы я улучшил в данных фильтрах? Первый момент, я бы сделал кабель бы подлиннее, не метр, а полтора метра, что дало бы возможность устанавливать в более большие объемы и без удлинителей и так далее подключать его в розетку. Заменил бы вот этот вот регулятор на аналогичный, как в других более дорогих фильтрах. Но опять же, это оборотная сторона невысокой стоимости самого фильтра, чтобы быть на рынке конкурентоспособной модели. Соответственно, если все это по чуть-чуть улучшать, стоимость чуть-чуть будет возрастать. Подведя итоги, в этой комплектации, в том виде, в каком он продается, он вполне оправдывает свою стоимость. И что мне еще особенно нравится, данная линейка фильтров представлена четырьмя моделями для разных объемов аквариума. Вы спокойно подберете нужный на ваш аквариум. Спасибо за внимание. Заходите к нам на канал. До свидания.